Друзья, добрый день. Меня зовут Лысинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас нахожусь в Кушадасах. Это Турция. После коронавируса очень интересно, как здесь что все происходит. Отель, который мы будем с вами смотреть, Amar Holiday Resort. Пойдемте с вами проинспектируем. Все сами увидите. Автобус нас довез вот до сюда. Дальше мы пешочком спускаемся вниз. Территория, судя по всему, будет большая. Слышите, какой звук стоит? Какие-то насекомые трещат. Очень, как будто бы в тропических джунглях каких-то оказался. Ага, вот он, ресепшн. Посмотрим, что нам там расскажут. Вот она карта, видите, какая большая территория в отеле. И нам предстоит ее всю обойти. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал. Если вы хотите поблагодарить меня и вам нравится то, что я делаю, вы можете подписаться на мой канал. Кнопочка вот там вот снизу. Порекомендуйте мой канал своим друзьям, знакомым. Я вам буду за это очень признателен. Также пишите ваши комментарии, ваши отзывы. Если вы отдыхали в этом отеле, обязательно напишите впечатление. Это будет полезно и мне, и тем людям, которые смотрят данное видео. Спасибо вам, что смотрите меня. Сейчас мы с вами в баре, спустились с ресепшена немножко вниз, вот он бар, пойдемте смотреть территорию, наши ребята куда-то убежали, не потерялся, вот они. Территория состоит из одноэтажных бунгало, сами видите, какие они. Есть двухэтажная бунгало, вот там вот я вижу тоже ряд. Здесь вокруг сосновый лес. Находится в сосновом лесу. Много деревьев. Хорошо защищает от солнца. Здесь много тени. Это у нас тип номера дуплекс. Пойду, а то иначе я тут не дождусь ни конца. Телевизор обычный здесь. Сейф, сказали, платно. Кондиционер индивидуальный. Сейф вот такого размера, чтобы вы понимали. И он платный. Дополнительная подушка. Это ванная комната на первом этаже. Здесь душ, туалет и раковина. Фен маленький. Дуплекс, этот дуплекс очень компактный. Так, поднимаемся на второй этаж. Сейчас будем с кем-то тут разминаться или не будем. Будем, сейчас прыгать. Отлично. Здесь у нас большая кровать одна. И очень маленький туалет. Элька готова. Хочешь, я залезу туда для антуража? Так, ребята, тут сказали ванна, все ясно. Да, ванна утоплена в пол. Все ясно, круто. Мне кажется, у них санузел больше, чем комната на первом этаже. Очень интересный дуплекс. LCD-телевизор, кондиционеры. Тут тоже центральный, не центральный, индивидуальный, извините, шкафчик. Балкона здесь, как вы понимаете, никакого нету, зато есть вот такой отличный вид на сосновый лес. Еще раз покажу, чтобы было понятно, как тут все устроено. Кровать, санузел, лестница, телевизор и шкаф в углу, где я стою.
Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь в организации вашего тура, вы можете связаться с нашей компанией viking.by. В примечаниях информация будет. Переходите по ссылке в раздел «Контакты». Там вы связываетесь с нашими менеджерами, и мы выбираем вам отдых, который вы хотите. Если же вы самостоятельный путешественник и любите делать все самостоятельно, у нас есть для вас удобная онлайн-система поиска и оплаты. payviking.by. Переходите и делайте все самостоятельно. Спасибо, что смотрите мой канал. Спускаемся вниз. И вот он, наш первый этаж. Две отдельные кровати, обычный телевизор и кондиционер. Покрытие везде плитка. Так, идем дальше. Что-то там еще показывают. Тип номера стандарт. Заходим, смотрим. Так, вижу, что здесь LCD-телевизор. Покрытие здесь уже ламинат. Две отдельные кровати. Кондиционер индивидуальный. Телевизор. Так, так, так. Что тут у нас? Холодильник, бар, две бутылочки воды. Это средство, наверное, от комаров. Я думаю, здесь они есть. Санузел. Здесь душевая кабинка. Плиточка, все чистенько, аккуратно. Простенько. Ну, и вот такой душ. Компактный. Ну все, идемте дальше. О, шкаф не показал. Здесь еще есть шкаф. Не обратил внимания. И вот здесь уже сейф. Он нормального размера. По сравнению с предыдущим номером, который мы смотрели, двухэтажным. Там такой вообще малютка. Побежали. Так. И идем мы с вами дальше. Это уже двухэтажные. Я думаю, они будут лучше. Судя по внешнему их виду. Так, тип номера у нас Family. Покрытие плитка по всему номеру. Ванная комната. Вот какой-то душ интересный. Здесь есть настенный душ и душевая лейка. Сейчас вам покажу. Есть возможность с этого ракурса. Идем дальше. Первый номер у нас две отдельно стоящие кровати, плазменный телевизор, сейф-малютка, дополнительно 2-3 одеяла, средства от комаров, бар, 4 бутылочки воды в холодильнике. Идем дальше. Здесь у нас отдельная комната закрывается дверью. Одна большая кровать, кондиционер индивидуальный, плитка везде, телевизор. Этот номер интересней предыдущих, потому что он более свежий. Хочу еще выйти на балкон, посмотреть, что там на балконе. О, даст мне выйти. Дало. Ого. Большой балкон. Два кресла, столик с видом на сад, на лес, и есть сушилка для вещей. Давайте с этой стороны посмотрим. И все, мы покидаем этот номер. Идем дальше. Это нам смотреть номер открыт? Вот это номер для молодожен. Прикольно. Это, к слову, номер для молодоженов. Вот вышел молодожен. Номер 425 Superior. Его можно продавать. Душ. Блин, я запуталась. Ванны здесь нету. Зато есть такая душевая кабинка.
плиточка, все опять-таки чисто, аккуратно. Компактный санузел. Сейф-подушка. Халатов нету, тапочек тоже не вижу. LCD-телевизор. Покрытие ламинат. Одна большая кровать. И двухуровневая, двухъярусная кровать. Кондиционер у нас индивидуальный, на стенке висит. Балкон малютка. Маленький здесь такой. Даже я вам могу... Вот видите, какой он интересный. И вид у вас уже на территорию соседнего отеля. И на дорогу. Еще с этого ракурса вам покажу все это дело. Это весь номер. Движемся с вами к пляжу. Снэк-бар. Еще один бар. Все закрыто тентом. Сидите вы в тенечке. И сразу же пляж. О, это круто. Единственное, что его какого здесь нету. Сразу, видите? Пойдемте сходим на пляж. Шезлонги здесь. И шезлонги у нас прямо в воде. Практически. Вот здесь галька. Надеюсь, вы видите на берегу песок, а там галька. Есть такие номера маленькие, сразу на берегу моря. 507. Ресторан. Сейчас он закрыт, но мы с вами его поснимаем немножко. Сразу на берегу моря. Идем дальше. Это у нас впереди бассейн и водные горки. Детская зона. Смотрите, как красиво здесь растут пальмы в ряд. Круто. Слева вижу детская зона, детский бассейн, там грибок. Это детская зона, аквапарк. Весело у них тут. Ой. А какой-то социальной дистанции здесь речи вообще не идет. Две водные горки. Многоступенчатый бар. Карта отеля. Мы
мы с вами были вот здесь, вот, вот здесь номер, вот здесь, вернее, номера смотрели. Сейчас, я так понимаю, ресепшн, это мы были. Мы пришли вот сюда, в эту зону. Бассейн. Следы, что соблюдать дистанцию надо, есть. Вот они, да? А вот как дистанцию соблюдают. Никто ее не соблюдает. Это бар. Здесь у нас снэк. Картошка фри, гамбургеры. И всякая прочая вкусняшка. Закончили мы инспекцию, я надеюсь, этого отеля. Большая у него территория. Отель зеленый, большой, бунгало у него разные. По-другому не могу сказать, начиная там, вы сами видели, от таких очень простых и заканчивая, в принципе, нормальными номерами. Людей очень много здесь. Сейчас вот в баре я вам показал, то есть один на одном. Поэтому здесь о каком-то расстоянии речи не идет. Никто его здесь не соблюдает, в масках никто не ходит. В бассейне людей очень много. Пляж, вы видели тоже особенности, что он вот такой вот узенький. Песчаный вход, потом галька, ну дальше не знаю, и он не глубокий. Вы входите по пояс, 20 метров, люди стоят по пояс. Для детей, в принципе, должно быть комфортно. Это четырехэтажный корпус. Теннисный, баскетбольный корт. Нам покажут еще один тип номера. Сейчас я вам его покажу. 3001, тип номера Superior. Плитка у нас. Это четырехэтажное здание. Как он будет в поиске называться, неизвестно. Потому что мы смотрели другой Superior. Там был проще. Фен. Здесь у нас душ. Ванны нету, обычный душ. Выходим, идем. Так, шкаф. Все стандартно. Две подушки дополнительные. Сейф. Здесь, в принципе, большой по сравнению с тем, что был в других типах номеров. LCD-телевизор. Одна большая кровать. Кресло. Кондиционер индивидуальный, как здесь и везде было. Есть connection room. Так, и балкон. Сетка от комаров. Это очень важно здесь. Балкон большой. Здесь у нас двигатель от кондиционера висит. Вид у вас на дорогу. Она проходит слева. Вот там вот. А здесь крыша. Давайте еще разок. Холодильник. Что у нас есть в холодильнике? Опа! Три бутылочки воды. Площадка баскетбольная, здесь бетон покрашен. Мы возвращаемся с вами на ресепшн. Здесь есть торговые ряды. Одежда. На рукавки, игрушки, часы и другие необходимые принадлежности, которые могут вам понадобиться. Чипсы, мороженое, напитки прохладительные, сувениры. Вот. Фонарики. Это кальянная, но кальянные сейчас не работают. Очень стильно. Игровая площадка для детей. Вот я ее пропустил, кстати. Давайте посмотрим. Качельки, горки, все в тени. Это мини-клуб. Работает ли он, только вопрос. Опа. О, открыто.
Ну, здесь, правда, ничего, видите. Мини-клуб есть, но он еще не готов. Красивые у них деревья, много растительности, много деревьев. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.